Доброго дня, уважаемые слушатели школы всецветной грамоты. Сегодня мы с вами поговорим о таком понятии, как минерал. Вот здесь представлен один из способов написания. Кто хочет еще варианты посмотреть, можно это зайти в школу всецветной грамоты ВКонтакте. Там, соответственно, еще вариант представлен. Но сегодня мы еще с вами об этом поговорим. Итак, почему о минерале? О минералах поговорим сегодня. Что такое минерал? Потому что минерал, она является структурирующей, составляющей нас. Да? То есть грубое тело мы строим из минералов. Вот мы арийская формация, а минерал относится к аирной форме жизни. Вот и получается из первоэлементов аирной формы жизни мы строим свою грубую материю. Таким образом происходит стыковка миров, стыковка различных форм жизни. В то же время, например, если о райских говорить, то они формируют свое грубое тело из первоэлементов, которые мы намыслим, которые являются для нас этой тканной тонкой материей. И минерал, вот мы с вами знаем, что у нас есть подродовой памяти. Так, вот он состоит вот таким образом. И его в основе вот этого подродовой памяти вот лежит минералика, да, вот она связующность образует. То есть здесь у нас растительный мир, животный, предковый. И на этом всем возвышается человек. Вот. Ну, я пишу биоэнергоостов человека. Вот. И, соответственно, вот его тонкая материя. Вот так. Не очень красиво. Вот это вот еще вот у нас здесь буква спода. Вот таким образом. Ну, просто она представлена тремя третюшками для удобства написания. Так, минералика является структурной составляющей. То есть мы все строим из минералики. Мы арийская форма жизни, бульонная. Более там 75% мы состоим из воды. Мозг вообще более 90% состоит из воды. На более чем 90% состоит из воды. То есть вода является минералом. Поэтому мы рассмотрим, а вот какая же функция вот этого минерала. Мы знаем, да, что вот она, мы из нее формируем грубую материю. Мы живем, у нас все грубое, то, что мы можем потрогать, состоит из минералов. Да, из каких-то, в том числе и вот химические элементы, да, тоже к этой форме жизни относятся. Оно здесь хочет мне правую спиральку обозначить. Вот здесь у нас. Не обозначились они. Вот здесь тоже правая спираль. А вот здесь она видна. Потому что не везде видно такой шрифт, и не везде она обозначилась. Ну, вот так. Итак, что же у нас минерал? Что же это такое? Вот здесь обратите внимание по корневая основа ми. Так, сейчас я вот это удалю. Что-то не нужно. Немножко мешает здесь. Вот по корневая основа ми. Вот ее можно вот так записать. То есть посев имовостной системы, то есть дух, душа, тело и плоть, вот происходит. Или здесь у нас мин, это мы можем... Бурно-энергопоточное мышление. Вот бурно-энергопоточное мышление происходит посев имовостной или имовой системы на Т. Что такое имовая система? Это в единачестве дух, душа, тело и плоть. То есть для того, чтобы нам посеять имовую систему, для того, чтобы она пришла на Т, она должна воплотиться. То есть обрести тело. Плоть тела. Потому что плоть, она формирует и держит тело. Потому что без плоти, ну, она бы все распалась бы, как бы разлилось, да, потому что плоть вот эту биомембранику формирует. Поэтому вот для того, чтобы из имиевых полей, вообще вот имиевая структура могла воплотиться на твердь, нужна, соответственно, нужно тело, то есть грубая материя. Грубую материю для этого нужно структурировать вот эту вот минеральную форму жизни. Вот, а структурирует, соответственно, задействовано здесь мышление, бурное энергопоточное мышление. Для чего? Для того, чтобы через что, точнее, через защиту, то есть это знак защищенности, защиты будущего, оно же не пропускает в будущее что-либо нездравое, и для того, чтобы ну, новое людское, вот оно дальше восходило, для того, чтобы оно сюда пришло. Ал мы еще можем написать
Вот таким вот образом. Вот у нас буква. Для того, чтобы коллективный дух разума сходил в будущее, но здесь, поскольку, да, оно у нас формирует, да, для того, чтобы тоже коллективный дух разума сходил в будущее, для этого нужно воплощение, для этого нужна грубая материя. То есть восхождение осуществляется посредством грубой материи, то есть то, которое мы строим. Вот на тверди, посредством формирования тверди. Да, мышление здесь есть, но здесь мы еще идем его и воплощаем. Да, вот мы своим мышлением мы строим реку времен, а мы ее строим с помощью и минеральной формы тоже. Да, мы своим мышлением и образуем и тонкую материю, да, вот она воплощает духовно-душевную, да, мы эту биомембранику создаем, мы создаем биоэнергосов, вот сердечник тоже у этой спирали, он тоже присутствует. Это посмотрите экстрем ролик, я его постараюсь здесь добавить. Вот, поэтому, соответственно, да, но нам нужно же строить и твердь формировать. А для этого нам нужно вот эту минеральную форму жизни, нам ее нужно структурировать, да, и мы же ее и нарабатываем, мы же ее еще и производим своим мышлением, как человек там может пыль намысливать. Ну или вот сейчас как бы коросту на землю намысливает, делает. Это же неправильно, да, но мы своим мышлением мы можем производить вот эти первые элементы, химические элементы, минеральную форму жизни. Мы ее тоже производим и строим из нее грубую материю. Свое тело формируем. Вот мы об этом тоже вот как раз вот на экстремуме много об этом говорили. Поэтому что? Минерал нам что? Что здесь действующее является? Ну вот бурное энергопоточное мышление. Для того, чтобы воплощалась имовая система на Тверь, для того, чтобы ее посеять, да, единяя людей Земли с людьми неба и образуя через защиту вот уже восхождение новолюдского. Да, новых людей, для того, чтобы новые люди, они восходили. То есть для этого нужна минеральная форма жизни, для восхождения. Но мы не можем без тела восходить. Да, у нас есть этот цвет и есть тот цвет. Так тот цвет, да, то есть там нет поведения, там нет вот грубой этой материи. То есть получается, для того, чтобы человек восходил, ему нужна, да, но на эту грубую материю он формирует. Значит, на том свете они невозможно, да, вот нет этой функции, да, формировать эту материю. Там посев не совершить, не прийти. Поэтому, то есть, вот минеральная форма жизни, она очень для нас важна. Она является первокирпичиками, теми элементами, из которых мы формируем твердь, мы формируем землю, мы формируем грубую материю. Мы формируем не только грубую материю, но и ее в том числе. Поэтому, соответственно, мы определенные уже функции с ней действия мы производим. То есть здесь вот интересно ми, посев, вот можно одну букву написать, и ин, бурно энергопоточное, да, то есть это бурное энергопоточие, это вот в таких вот, как раз в экстремальных зонах, да, вот в каких-то точках экстремума, там температура там в районе там 4 градусов тепла, вот там вот это вот такие, то есть определенные есть моменты, когда вот это бурное энергопоточие, оно достигается, то есть здесь получается, видите, и а что такое бурное энергопоточие? То есть это когда формирование идет вот спирали, да, вот это, ну и же отображает участок жизни спирали, но это связующность и времен, и то есть когда мы и времена связуем, и вот эти творцовости, да, люди неба, люди земли, знания небесные, земные, и это вот создает, и плюс это все с временами, со построением спирали, с правомерием, и это вот эту такую как бы бурную энергопоточную зону образует. И вот через эту зону действует наше мышление для того, чтобы можно было сюда, да, небесной жизнью строить, чтобы он мог здесь воплотиться, то есть обрести тело, твердую оболочку, ер, защиту, да, потому что наше тело, оно защищает, ну, наши тонкие составляющие и позволяет действовать тонким, да, духу, душе, да, действовать здесь, вот на тверди что-либо выполнять. Это все и душа бывает, да, Гевец говорил, что руки духа, и
тело, руки, духи, да, и, ну, и плоть, соответственно, тоже. То есть, конечно, дух – это концентрат всего того лучшего, что человек нарабатывает. Можно предположить, что и дух связан и с геномом человека. Но это, может быть, отдельная тема будут вот с этим связаны. Но духовная душевность – это вот та бессмертная часть, да, биоструктуры человека. Вечная. Поэтому, ну, соответственно, мы ее нарабатываем. И если, ну, насколько вечная, да, если человек мерзит, то он как бы может как-то дезинтеграция, я не знаю уже, как там вот с душой, что в этот момент происходит, да. Вот. Поэтому, то есть, вот, обрести защиту, ЕР, то есть, в будущее, чтобы не проходило нездраво, то есть, и вот эта минеральная форма жизни, да, она и защиту нам дают. Для того, чтобы вот новое людское, оно восходило. Новая человечность восходила. Появлялась здесь. Да, для того, чтобы вот из ребеночек у нас в пеленочках. И здесь уже восходила человечность из этого. Да, вот, уже взрослого полноценного человека. Да, то есть вот это восходила посеянная человечность. Вот мы посев сделали. Вот он, ребеночек в пеленочек. И здесь вот у него подродовую памяти бесконечной. Здесь по отцовскому началу, по материнскому, вот он, под родовой памяти, а ведь там же это же бесконечные туда. И предковости, и, кстати, по материнской, по отцовской линии, сколько там всего, плюс животный, растительный мир. И все это структуризирует минералика. Вот, для того, чтобы, и все это для того, чтобы восходил человек. Вот восходил из ребеночек к пеленочку, да, вот посев осуществили, пришли вот. Да, ребеночек в пеленочках, чтобы он становился человеком, чтобы происходило освоение по ВКС людьми, да, вот от АС и дальше уже от. Вот здесь от небесной, для того, чтобы уже здесь от образовался земной, то есть мы его строим, эту спираль. Где-то же здесь часть утки можно увидеть, да, вот дальше, если в продолжении, часть жизни спирали, то есть для того, чтобы строить эту жизнь. Вот нам нужна минеральная форма жизни. То есть это очень она нам важна. И нужно благодарить ее. Да, на Земле, на планете является разумоносная. Это вот здесь на нашей планете является арийская форма жизни. Иногда присутствуют разумные и другие формы жизни. Но в целом всегда обычно на планете это вот одна форма жизни. Остальные как исследовательские, там различные, может быть, какие-то исследования, да, в большинстве случаев проводят. А так у нас вот арийская форма жизни является сейчас разумоносной. Надеюсь, что, соответственно, и арийская форма жизни это и у животных, и растений, кислорододышащие. Так, булинники, да, нас называют. Водосодержащие. Вообще интересная тема разных форм жизни. Вот. Поэтому вот минеральный мир, он является для нас такими вот исходным строительным материалом для построения грубой материи. Вот, и то, что мы формируем вот эту тоже грубую материю, соответственно, для минеральной формы жизни она является светотканной, тонкой. То есть, вот как и для нас ауру, да, вот тоже тонкая материя, а вот из этой, как бы, которую мы считаем тонкой материей, светоносной, да, состоит тело урайской формы жизни. Ну, вот примерно такая вот связующность. Насколько вот она пока открыта и доступна, и понятна. Сейчас разумоносно. Вот такая сегодня была тема. Мы будем рассматривать различные вот составляющие нашей планеты, нашей Земли, нашей мамы, вот, которая нас взращивает, и рассмотрим, вот какие, это же все важно, что функция выполняет. Это все вот в рамках реальной науки, геологии мы будем рассматривать. Мы уже вот потихонечку начинаем. А вам спасибо за внимание. Всего доброго!